Он был строгим, но справедливым, вспоминают о Дмитрии Козлове те, кто знал его лично. Генеральный директор и генеральный конструктор легендарного ЦСКБ «Прогресс». Он строил космические корабли и верил в то, что бескрайние просторы Вселенной покорятся человеку. Он два раза спас человечество от войны, Третьей мировой. Первый раз, когда мы создали ракету, и к нам уже не сунуться было сложно. А второй раз, когда надо было средства контроля, никто не верил друг другу, американцы и наши. А мы, вот Дмитрий Ильич Козлов создавал вот эти спутники-разведчики, шпионы. То есть там поднимается из шахты, мы видим. У нас что-то они видят. В день космонавтики доска памяти Дмитрия Козлова украшена цветами. В этом городе он трудился, в этом доме он жил. И для самарцев это весомые поводы для гордости. Улица Вилоновская является центром Ленинского района. И нам очень приятно, что в этом доме когда-то проживал такой замечательный, великий человек, который сделал не только для нашей Самары, и для нашей, ну, для всей российской авиационной и космической промышленности. В день космонавтики в Ленинском районе почтили также память других видных деятелей космической отрасли Александра Солдатенкова и Виктора Литвинова. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.